фигуристов Людмила Пахомова и Александра Горшкова. Она зачитает письмо, которое нам прислала Олеся Владыкина, тоже наша замечательная паралимпийская чемпионка. Она, к сожалению, не смогла сегодня приехать, но она с нами. Она тоже есть в нашем фильме. Она тоже один из вдохновителей нашего фильма, как и вот эти люди. И сейчас вот Леша и Сергей. Сейчас мы всех по очереди. Дорогие зрители, добрый вечер. Спасибо, что да, вы собрались и сейчас посмотрите этот фильм. Да. Будете о нем судить сами не по словам, а по своим. Но этот фильм о том, что надо в любой ситуации оставаться человеком и всегда быть человеком к своим друзьям и близким и жить дальше. Вот. Самим собой. Поэтому вам приятного просмотра. Добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемые участники и все, кто причастен к этому созданию этого кинофестиваля и проведению этого кинофестиваля сегодня. Я хочу вам сказать, что паралимпийское движение в России очень давно ждало выхода подобного фильма, потому что фильмов о спорте...